Cruises. Полтора года назад я начала этот бизнес и ни разу не пожалела о том, что я занимаюсь этим делом, потому что это то, что мне всегда нравилось. Это мое хобби путешествия. И вот мое хобби стало моей мечтой. Я бы хотела вас, дорогие наши новички, познакомить с вашими и моими, в том числе вышестоящими наставниками, с которыми нам с вами придется работать. Первое, я дам слово, наверное, национальному директору Марине Коваль. Это потрясающая молодая женщина, просто взорвет ваш мозг, когда вы узнаете о ней чуть ближе. Надеюсь, вы познакомитесь потом с ней, со мной, со Светочкой, со всеми перезнакомимся, когда будем работать. Но два слова буквально о Марине. Это человек, который 3 года назад пришел в Incruises и стала очень быстро продвигаться по карьерной лестнице. Это молодая, красивая женщина, позволяет сейчас себе переехать из съемной квартиры в отличную новую свои апартаменты, скажем так, да, учить детей в лучших вузах, хотя раньше, наверное, об этом только могла мечтать, потому что работала воспитателем в детском саду. Сейчас это уже, конечно, все в прошлом, это бизнес-леди, у которой девиз «Вижу цель, не вижу препятствий». Я не ошибаюсь, Марин? Да, все так. Есть цель, нет препятствий. Да, пожалуйста, Марин. Да, очень огромное спасибо, Лена, да, за представление. Очень приятно познакомиться с командой. Правда, сегодня зашли, вот кто смог, я считаю, зашли те, кому это надо, да. Вот, потому что действительно добиться успеха в бизнесе, это займет для вас время. Вы должны первоначально выучить основы, да, маркетинга, изучить наши инструменты, ресурсы, ваш личный кабинет, ознакомиться с соглашениями, потому что это немаловажно. Не только через саморазвитие себя, ответственность, которую вы будете брать тоже за себя, да, прежде всего, тогда у вас все получится. Главное, чтобы у вас была мечта, которая вас будет греть, да, так как меня греет мечта, и я очень хотела, вы знаете, ну, вкратце буквально немножечко о себе. Я очень хотела изменить свою жизнь, прежде всего путешествовать с детьми. Сейчас, кто не знает, я уже была в 4 круизах, полностью за счет компании. Конечно, насколько благодарна основателю компании за такие возможности, которых просто нигде нет. И такие возможности есть только в нашем клубе. И это факт, друзья. Вот, рада буду с вами поближе со всеми познакомиться, многих, вот я вижу, там новички, да, подключились сейчас, возможно, кто-то меня не знает, мой телефон есть в ваших чатах командных, то есть можете обратиться с каким-то вопросом, всегда поможем, всегда подскажем, спонсорскую поддержку мы вам гарантируем, тем более у вас не один спонсор, да, вы можете пользоваться поддержкой любого спонсора, правда, лидер? Вот. Да. Моя команда уже насчитывает больше, чем 600 человек из 70 стран мира. Это просто, ну, ноу-хау. Я, конечно, знаете, для меня это фантастика. Я не могу... Не знаю, ага, вот у Вероники, да, сильно фонило. Вот. Ага, опять. Вероника, тогда не включайте, пожалуйста, наверное, у вас через телефон очень сильно фонит. У вас, я вот отключаю, пускай пока будет на видео, да. Вот, поэтому, знаете, очень хотелось изменить свою жизнь, путешествовать и показать этот мир своим детям. Ну и прежде всего кардинально поменять свою жизнь. Все возможно, все в ваших руках, все зависит от того, сколько вы будете времени уделять вашему любимому делу, да, будете ли вы обучаться, будете ли вы прислушиваться к своим спонсорам, потому что мы уже своего опыта и практики действительно даем те методы работы, которые работают. Поэтому важно здесь слушать и слышать, да, быть компетентными прежде всего и нарабатывать технику общения с людьми. С каждым человеком, который подключается к вашей команде, обязательно, действительно, мы не можем уже достать в глубину каждому
достучаться партнеру, а вы передаете этот навык в первую линию, вторую линию, и уже дальше ваши люди тоже вас будут дублицировать. Вот, поэтому, ну, вот так вот кратенько немножко вам такой заряд. Я желаю вам успехов огромных, действительно, чтобы у вас все получилось так, как вы того задумаете, чтобы все ваши мечты исполнились. Спасибо, Марина. Спасибо, национальный директор Марина Коваль. А сейчас слово нашему сеньор-маркетинг-директору Светлане Светличной, которая построила команду практически, находясь в чужой стране, только через телефон, Facebook и интернет в основном. При этом Светочка всегда говорит о том, что она еще тот юзер, плохо пользуется всякими новшествами, браузерами, что не помешало ей, тем не менее, построить команду. Света у нас мастер коммуникаций. Так как она умеет находить общий язык с каждым, так, наверное, нужно учиться у нее, потому что она действительно ключики подбирает каждому индивидуально. И за счет этого держится команда. Светочка, тебе слово. Светочка, мы тебя не слышим. Не слышно меня? О, сейчас слышно. Я говорю, спасибо, девочки, за такое промо, спасибо большое, что вы со мной. Я благодарю, конечно, опять же, Мариночку Коваль, что она меня нашла в далеком Израиле, как я рассказывала о себе, и присоединила меня в эту уникальную компанию. Спасибо большое моим лидерам, моей команде. И, как мы говорим, опять же, это дорогого стоит, потому что у нас есть не только преимущество клуба, у нас есть преимущество нашего роста, нашего общения. И именно здесь мы находим своих единомышленников. И поверьте, друзья, я убедилась, что никогда, никогда. И не всегда с нами бывают те друзья, которые мы считаем, что они друзья. Потому что мои слышно меня, девочки? Да, да. Да, потому что мои теплые контакты, которых я ранее считала очень близкими друзьями, они, к сожалению, как-то не выслушали, не смогли дойти со мной до единой мысли, и поэтому, оказавшись вот здесь, в Израиле, так получилось, и не бывший, не живший тут долго, я смогла адаптироваться и найти себе новую профессию, любимую профессию и любимое свое хобби. И, честное слово, я не думала, что после таком красивом, хорошем взрослом возрасте я смогу полностью изменить свое мышление и присоединиться в какую-либо компанию, тем паче, что я за всю свою жизнь не принимала участие ни в какой сетевой компании, ни в какой клубе. У меня нет опыта продаж, у меня нет опыта и навыков работы с компьютером. Но мое желание привело меня к моей победе. И прежде всего, вы знаете почему? Потому что я хотела. И я хотела никому-нибудь доказать, что я это могу. Я хотела прежде всего доказать это самой себе. И опять очередной раз я благодарю очень Маришеньку, я благодарю свою команду, я благодарю своих лидеров. Мы очень сейчас выросли, и мы нашли именно то, которое нас дает огромное развитие. Я никогда не думала, что я смогу соприкасаться с элитой мира. С элитой мира, потому что стоять рядом и впитывать ту информацию, мудрые мысли и те знания от Майка Хатчисона, от наших миллионеров, которые находятся в Украине. Мы не говорим сейчас от всех, от Натальи Шевелла и Дианы Борщенко. Сейчас мои лидеры проходят обучение также у Дианы Борщенко. Вы знаете, это дорогого стоит. И когда многие говорят, у нас на Украине не бедные люди, и нам тяжело как бы приглашать в клуб. Вы знаете, если вот выходить к нам на школы, на обучение, то вы поймете, что прежде всего, как мы говорим, все зависит от нашего мышления и от нашего желания. И именно оно нам помогает строить наши планы и достигать наших целей. Поэтому вот насущная тема нашей школы сегодня, вот именно почему мы в клубе Incruzis, как строить планы и как добиваться своих целей. И немножечко хочу сказать
пару слов еще таких основных о наших преимуществах в клубе Incruises. Это не только минимальный вход в бизнес, это не только незаполненная ниша, это не только легальность и работа сотрудничества с более чем 185 странах, так как я слушала Салтанат, которая вот была в прямом эфире буквально вчера. Это не только финансовая независимость и свобода. Вы действительно здесь себя найдете и станете другим человеком. Вы начнете познавать мир и развиваться. То есть вы не будете доживать, доедать и досыпать, и просто существовать. Для вас открыты, и это же, как я тоже говорю, не пафосные слова, а при вашем желании вы откроете для себя и открыли уже новый мир возможностей и своего роста, своего развития, своего благополучия. Какое счастье, вы даже себе не представляете, когда вы закроете пятерки, как я это сделала здесь не на необетованной земле, и преподнесла этот подарок своему супругу, а потом очередной подарок сделала своим детям. Я смотрела в эти глаза, взрослые глаза, это было ну, просто такой восторг, даже, вы знаете, его с детским, когда смотришь на вот этот взрослый восторг, его не сравнить с детским. И, конечно, самое большое и главное преимущество нашего клуба, что мы можем зарабатывать с первого дня. То есть ни в одной компании такой возможности нет. Нужно нарабатывать какие-то планы, какие-то баллы. Не то, что планы, планы у нас во всех есть. Какие-то баллы. Здесь у нас нет зависимости, и мы можем выходить на ранги независимо от того, что наши вышестоящие лидеры на каких-то высоких рангах, мы можем также идти с ними наравне, и наши финансовые доходы не зависят от доходов наших лидеров. Так что, друзья мои, я вас всех поздравляю, новичков, кто с нами, и кто еще не вошел полностью в суть нашей компании, вы, пожалуйста, изучайте, выходите в школы, слушайте обучение, их у нас было сейчас очень довольно-таки ну, в большом количестве, так как была сейчас пандемия, и как бы очень много информации. Теперь новичкам я желаю, конечно, чтобы вы осваивались, впитывали в себя самую главную информацию. У нас эти школы будут, наши команды, проходить на постоянной основе. Мы будем с вами вместе изучать кабинеты, обговаривать и делать прозвоны людям, чтобы вы не только знали теорию, но и вы вникали в практику, были уверены в себе, в нашем продукте, делали это легко и дошли до тех успехов и до тех рангов, которые вы хотите. Ваши спонсоры, вышестоящие лидеры, наставники, Мариночка Коваль замечательная, я благодарю, она идет до любой ноги, какая бы она ни была, в 10-й, 20-й линии, она всегда помогает, хотя у нее загруженность очень, представьте, в команде 600 человек, какая загруженность у Мариночки Коваль, я ей очень благодарна. И очень ее ценю. Я благодарна Леночке Усовой, я благодарна Аленочке Бондарь, потому что это те мои нужные руки, без которых я... Я благодарна всем партнерам, что вы присоединились и что вы вместе с нами. И следующее я передаю слово это нашему лидеру, профессиональному маркетинг-директору Леночке Усовой, с которой я тоже познакомилась в сетях, именно через Facebook. И в данный момент мы с ней не только единомышленники, не только партнеры, мы еще подруги не разлей вода. У нас не проходит ни одного дня, чтобы мы не оговаривали наши насущные планы, наши цели с компанией Incruises и с нашими партнерами. Так что я думаю, если вы хотите, вас с нами, дорогие новички и присоединившиеся партнеры, ждет только успех, высокий достаток, и с нами все ваши мечты осуществимы всегда. Теперь я передаю слово Леночке. Леночка вас познакомит с кабинетом немножко. Также она вам донесет более четко, для чего нам нужны планы, как мы составляем, и обязательно цели, потому
Потому что без планов и без цели, если мы не реализируем то, что мы хотим, нам тяжело прийти к должным успехам. Спасибо большое за внимание. Продолжаем и передаю слово Леночке. Спасибо, Светочка. Света все правильно говорит. Мы настолько сроднились с Инкрузес и вообще с нашей командой, что мы уже даже смеемся, что мы говорим, что мы как земля за колгоспом. Да? Вот. Друзья, давайте я сейчас немножко вас познакомлю с нашим замечательным кабинетом, с нашей комнатой, для того, чтобы вы немножко тоже освоились. И хотелось бы, конечно, услышать наших новичков. Если готовы уже взять слово, то вы можете включить микрофон и озвучить то, почему вы пришли в Инкрузес, что вас мотивировало, какие у вас планы, чего вы хотите добиться, планируете ли вы этим заниматься всерьез или только для того, чтобы закрыть безоплатку. Ну, в общем, какие у кого планы. Если готовы сейчас взять слово, пожалуйста, берите. Если хотите немножко еще освоиться, то я могу начать с того, что познакомлю вас с кабинетом и что вам нужно сделать в первую очередь, буквально с первых дней. Как я? Да, слышно. Кто там брал слово? Максим? Александр или Максим? Кто? Можете... Кто брал? Выразить свое мнение или задать какой-то вопрос, или же просто сказать пару слов, почему вы присоединились в Инкрузес. Ну, конечно, я думаю, что кроме путешествий, первое, что привлекает, это, конечно, безграничный денежный доход, пассивный доход и мгновенные выплаты, потому что каждый человек хочет жить безбедно и позволять себе все жизненные удовольствия. Александр написал, что технически не может. Ага. Понятно. Хорошо, Максим. Максим будет брать слово? Может быть, Вероника захочет сказать, потому что Вероника с нами тоже зашла к нам, но у нас такой встречи, в общем-то, еще, когда каждый имел возможность высказаться, еще, наверное, не было. Да, Максим, слышно тебя. Здравствуйте всех. Всем хорошего времени суток. Меня зовут Максим. Меня хорошо слышно? Да. На самом деле, моя жена уже была в круизе и привело меня в Инкрузес, собственно, вот эта вот мысль о хорошем отдыхе. Не столько, сколько о бизнесе, сколько о хорошем отдыхе, потому что для меня это мечта. Я занимаюсь таким бизнесом, и профессия моя... Я занимаюсь бальными танцами профессионально очень много лет. Мы танцуем с моей женой очень много лет. Стали от детского танцевания в юниорской. И в результате стали профессионалами, добились в этом очень многого. Вот, соответственно, наша жизнь, она связана с многими путешествиями, с фраками, хорошими вечерними нарядами, ну, скажем так, с дорогой жизнью, да, и поскольку мы всю жизнь работали и зал-вокзал, то есть мы везде были, много где были, в Европе, вот, по сути, ее и не видели. И по окончанию сейчас нашей танцевальной профессиональной карьеры решили продолжить вот эти путешествия только уже, вот, собственно, вот в таком виде, и, собственно, Елена Усова нам и подсказала, что можно не просто ездить, а открыла врата именно вот как можно еще на этом экономить для начала, ну и потом и зарабатывать. Собственно, нас привело сюда как первоначальное это путешествие, и сейчас мы очень крепко заинтересовались тем, что можно не только путешествовать, а и познакомиться с хорошими людьми. Я так понимаю, нас много по всей земле, вот, потому как бы интерес очень активный, мы участвуем, слушаем уже несколько дней, мы сразу подписались, вот, ну, вот, собственно, информация такая.
Хорошо, спасибо, Максим. Спасибо. В общем, великолепно. Так приятно слушать новичков, которые высказывают свои мысли, свое мнение. Вот просто как люди начинают, малыши подрастают и начинают говорить, вот это все искренние слова, самые такие первые с их уст, это ну, просто великолепно. Великолепно, что компания и наши возможности поражают своими условиями и привлекают целый мир. И мы думаем, что те, кто к нам присоединился, новичкам им повезло, а нам тоже с ними повезло. Спасибо большое. Вы знаете, Максим, конечно, поскромничал, но я скажу, что они, Виктория и Максим Ильиновы, это многократные чемпионы Украины, чемпионы, финалисты Блэкпула для танцевального мира. Это очень серьезный конкурс, куда собираются со всего мира танцоры, и они очень достойно выступали, а также их воспитанники, это тоже многократные чемпионы Украины. Поэтому, Максим, я вам желаю, чтобы вы в бизнесе Incruises добились не меньше, чем вы добились в спорте. Я вам желаю таких же побед ваших партнеров, уже ваших воспитанников, которых вы приведете уже в бизнес и будете воспитывать. Я вам искренне желаю самого высокого достижения. Мы присоединяемся, Максим, вы браво, конечно, это да, самых огромных вам высот, вершин, чтобы у вас все получилось. Главное знать, чего вы хотите, а вы идете, вы если ставите цель, вы идете к ним, а это уже действительно важно. Да, спасибо. Кто еще хочет, может быть, взять слово? Давайте мы еще послушаем, кто хочет сказать, и тогда уже переходим к нашей практике. Давайте, пожалуйста, еще один человечек, хотя бы пару слов, потому что... Александр, Вероника, может быть... Нам нужно хотя бы пару слов, пожелания. Лена Хайдук хочет сказать, Лена Хайдук, да, может быть... Леночка, да. Леночка, говори, пожалуйста, расскажи немножко. Сейчас я посмотрю, у нее, по-моему, микрофон выключен. Лена, прими микрофончик. Нажми там. Алло, меня слышно? Слышно, да. О, отлично. Спасибо большое. Ну, во-первых, невероятно приятно вас увидеть. Неожиданный формат. Я до 8 работала, прибежала, быстренько подключилась, поэтому невероятно приятно вас всех увидеть. У кого фотографии, у кого вживую, тем более. Почему я оказалась в Incruises? Ну, благодаря, конечно, нашей Светочке Светличной. 2 года назад она мне рассказала о клубе. Ну, тогда что-то услышала, что-то не услышала, и немножко жизненные обстоятельства поменялись. Поэтому Incruises ушел на второй план. Но мечта-то никуда не ушла. И когда в октябре месяце в районе дат моего рождения появилась такая возможность попробовать что такое круиз, я, конечно, сразу сказала, едем. И мы оказались в круизе семидневном от Мальдив через Шри-Ланку до Индии. В общем-то, мы как-то с Аленочкой Бондарь общались, оказывается, они в таком же круизе были, тоже на Косте. Конечно, впечатление невероятное. Собственно, это сыграло очень большую роль. Когда приехала, конечно же, всем похвасталась. И тут Светлана Светличная опять сбросила крючочек и потянула за удочку. Я как с людьми, да. Я не забываю, всегда общаюсь. На притяжении. Это точно. Да. То есть, крючочек он был, она просто потянула за удочку еще разочек сильнее. Ну и, в общем-то, да, понимание оно такие было. Поэтому, ну что, Новый год прошел, надо было что-то дальше делать. И как-то, в принципе, в жизни такие кардинальные изменения наметились. Я поменяла работу, я поменяла, в принципе, наверное, отношение к на многие вещи. Ну и, между прочим, решила стать членом клуба, сразу же подписалась на членство. Это было 15 февраля, я побывала на встрече здесь, в Варшаве, организованном Ростиславом Жавнирчаком. Ну и это, конечно, было еще одной как бы восклицательным знаком, что да, стоит продолжать.
знаешь, такую красивую дату, 20.02.2020, я подписалась на партнерство. Ну, я признаюсь, да, соглашусь, это, в принципе, обдуманное решение, и, в общем-то, я не сомневаюсь ни на минутку, что я здесь, познакомилась с прекрасными людьми, и так все сложилось, видите, это карантин нам как бы в помощь, что было время окунуться, в общем-то, в знания, в знакомства, в чаты, узнать новых людей, немножко себя где-то проверить, да, чего ты стоишь, чего ты умеешь и, в общем-то, на что ты готова. Ну, очередные изменения в жизни тоже повлияли, так что я благодарна, что я сюда попала. Светочка, тебе, конечно, в первую очередь. Мариночка, тоже благодарна за поддержку колоссальную. Леночка Усова тоже всегда все поможет, расскажет на любой вопрос. Аленка Бондарь, просто наша палочка-выручалочка. Остальных девочек тоже, кого слышу, мальчиков, тоже вчера приветы пересылали. Благодарность и приветствие, что вы вместе с нами в одной команде. Прозваниваю людей, учусь разговаривать. Марафон один и второй слушаю. Очень классные школы, много знаний. И я думаю, что то, что там Света мне вчера написала, я буду стараться. Да. Но не буду озвучивать на камеру. Оказывается, Светочка Светличная, Марина Коваль уже там все запланировали. Так что мне остается только действовать. Так что, дорогие мои, я очень рада, что я в вашей команде. Буду подтягиваться под вас. Мне нельзя расслабляться, только идти в направлении, которое вы задали. Очень рада всех еще раз увидеть. Приглашаю людей, приглашала на сегодняшние эфиры, приглашаю на Инстаграм, то, что можно посмотреть завтра до 16 часов с Натальей Шилвеллом, с Романом. Классный просто эфир, такой достающий. Так что разослала всем. Завтра планирую всех обзвонить, дабы допытать и добить. И даст Бог, получится на 1 июня выйти на школу по урокам на салфетках. Очень хочется. Так что вот. Всем благодарю, всех рада видеть. И всем удачи, всем нам. Спасибо, Леночка. Да, спасибо. Удачи тебе. Приятно послушать. Ну, смотрите, какие к нам красивые люди присоединяются, с какими красивыми мыслями, с какими мечтами. Ну, по-другому просто не может быть. И такая же компания, как у нас люди. Спасибо всем большое, Леночка. Дальше продолжаем. Хорошо, Вероничка, ты будешь выступать? Что-то нам скажешь? А у нее были там какие-то проблемы. Она есть в этом, в комнате? Не вижу ее. Сейчас я смотрю. Есть Вероника. Давайте. Алло, здрасте. О, Вероника, привет. Да, здрасте, здрасте. Я просто немножко занята, я по работе сюда не могу. Привет. Так, пропала. Слышно меня? О, сейчас слышно. Да-да-да, слышно. Пару слов, Вероничка, чтобы мы тебя долго не отвлекали тогда. Да, я сейчас немножко занята, ну, в двух словах присоединилась для того, чтобы путешествовать и параллельно, медленно, ну, маленькими, но уверенными шагами все-таки развиваемся, пока получается, как получается. Ну, времени немножко не хватает. Но мне хочется иметь свою команду, надеюсь, что до конца года, ну, это так, по максимуму, что все-таки у меня на определенный доход, и я не буду так занята на работе, которая, в принципе, меня сейчас на данный момент не очень, я не очень увлечена тем, чем я занимаюсь, поэтому, конечно, мне бы хотелось развивать именно Incruises. Спасибо. Я, кстати, не зря поставила вам этот слайд, для того, чтобы вы уже себе смотрели, присматривали теплое местечко на этой радуге, визуализировали и планировали свои действия. Об этом мы сегодня немножко поговорим. Вероничка, спасибо за то, что ты высказалась. Еще, если кто-то хочет, берите слово, буквально еще пару слов, и переходим к практике. Ирочка, Александр, кто у нас еще пару слов может сказать? Кто у нас там еще есть?
Может, Юлечка, Мавлян, может, хотелось бы новичков, конечно, привлечь и выслушать их мнение, потому что у нас они все такие открытые, все такие красивые, все со своими мнениями, мыслями, планами. Да, дорогие новички, вы не стесняйтесь, потому что, знаете, как говорит наша борт-директор Наталья Шевелла, борт этот наставник достается тому, кто его достает, да? Что-то вот так вот. Так что вы не стесняйтесь. Сейчас вы делаете первые шаги. Они, конечно, мы все с разным уровнем подготовки приходим в новый для себя бизнес. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, дергайте. И пока не получите свой ответ, не сдавайтесь. Так, кто-то еще берет слово или мы уже переходим дальше? Ну, в общем, познакомились все между собой. Еще хочу вам сказать, что в нашей команде, в нашей линии самый как бы, наш рулевой – это Диана Борщенко, это наш борт-директор. Диана тоже из Кривого Рога. И Диана за 3 года, почти за 3 года достигла этого максимального ранга. Если вы посмотрите таблицу, которая у вас перед глазами, то вы можете сами посмотреть, какой уровень дохода уже у Дианы на этот момент. Следующий тоже наш борт-директор Наталья Шевелла из Киева. Тоже замечательная женщина, педагог, учительница в прошлом. Тоже борт-директор. Ну и мы все в линии, которая русскоязычная команда, наш вышестоящий, самый первый борт, это Ольга Ратниченко из России. Правильно, Марин? Я всех назвала, никого не пропустила. Все правильно. Все правильно, хорошо. Поэтому, друзья, посмотрите таблицу рангов, загадывайте желание, и мы приступаем к нашей практике. Итак, буквально пару слов. Да. Можно? Да. Я к тому, что вот ты сейчас включила эту таблицу, меня настолько это зажгла таблица, когда я ее увидела, что лидерские бонусы у нас не раз в квартал, да, не раз в полгода, а ежемесячно. И что можно потрудиться немножечко, напрячься, пускай вы какие-то ночи не доспите, но вы сможете уже построить когда-нибудь хоть небольшую уже команду, вам потом уже будет легче. Ваша команда, ваши люди тоже будут приглашать людей. Она будет как снежный ком нарастать, нарастать и нарастать. Плюс пассивный доход вы уже будете иметь. Вот я на своем ранге, национальный директор, я уже пассивного дохода имею $1500. Ну, у меня тут меньше, тут вот написано резидуальный, видите, как тут не больше лидерского можно зарабатывать, да, но надо, чтобы была ширина хорошая, а мы все в глубину делали. Поэтому тут важно еще и ширину развивать. Чем больше ширина, тем больше еще и матчинг-бонусы, другие бонусы. Поэтому я хочу сказать, что потрудитесь немножко, да, напрягитесь, доставайте своих спонсоров, стройте, приглашайте людей по максимуму. Сейчас пока будет Линочка рассказывать, я закачаю здесь вот один слайдик. Это то, что у нас будет мероприятие в ближайшие, во вторник у нас будет круизная вечеринка, которая называется «Вокруг света за 1 час», куда мы можем пригласить по максимуму всех своих знакомых, друзей и заразить этим видом отдыха, элитным, комфортабельным, роскошным. То есть люди будут увидеть, да, как мы уже реальные люди, да, отдыхаем, уже отдыхали. Они смогут это все увидеть в онлайне, куда-то там выезжать, да, они смогут увидеть, и потом уже более детальную информацию узнать от вас. Поэтому здесь, конечно, важно понимать, чего вы хотите. Если вы хотите добиться здесь успехов, нужно, конечно, немножечко поработать. Деньги платят кому? Не любителям, а профессионалам, да, как говорит наша Диана Борщенко. Вот, поэтому все у вас получится. Ну, если... Конечно, хочу еще немножко дополнить. Обязательно нужно терпение и стремление. И у кого в характере есть какие-то острые углы, постарайтесь их обтесать, потому что мы формируем сами себя. Мы должны воспринимать также лояльно все наши какие-то ямки, бугорки, так лояльно, как и нам представляет свои возможности компания. Поэтому мы, если воспринимаем, вуализируем, принимаем, благодарим, то обязательно все получится.
У меня было очень много таких нюансов. Вот самое первое, что вот я в Израиле, как бы оказалась далеко от всех родных, и в Израиле я проживала всего лишь 3 года, то есть эта адаптация, у меня был и иврит, и работа по 12 часов, новая семья, но мне пришлось успевать все делать, потому что, во-первых, мне было очень интересно, а во-вторых, я прежде всего сама для себя поставила планку такую, что я хочу, и значит, я смогу. И если вы не отбросите свою мечту назад и не предадите ее, и не предадите свои желания, то есть вот действительно здесь надо идти как спортсмен, несмотря на какие-то падения, потому что если вы будете вот своим настроением думать о том, что у вас все получится, к вам Вселенная действительно подтянет тех людей, которые должны быть с вами, и вы к себе притянете те возможности и те ранги, которые вы хотите. Это правда, потому что испытана самой, сама на себе испытала, даже с какими-то незнаниями техническими, у меня все получилось, и команда развивается, и я очень счастлива и благодарна действительно. А сейчас мы придем еще к Леночке. Леночка нам объяснит. Вот Марина написала. Да, Марина. Благодарна за все, конечно. Угу. Лидер. Есть у кого учиться. У таких лидеров ну, просто невозможно как-то остаться безрезультатными. Обязательно у всех будут шикарные результаты. Марина написала, напишите и помечтайте сейчас, сколько вы хотите зарабатывать и какой иметь доход в месяц. Да, друзья, это очень важно, визуализировать свои мечты и планы. Мы сейчас проходим такую просто бомбическую школу у Дианы Борщенко, нашего борт-директора. Я очень хочу, чтобы если Диана еще будет проводить такую школу, чтобы вы все обязательно побывали на этой школе. Это просто невероятный такой драйв и такая мощная прокачка. И те знания, которые вы получите на этой школе, поверьте, они вам в жизни всегда пригодятся, где бы вы ни были. Вот. И вот первое, с чего мы начинали, мы прописывали свои желания, свои хотелки и свои цели, кто сколько хочет зарабатывать, и потом это все просчитывали. Но об этом немножко позже. Так, все пишут, очень классно. Смотрю, 10 тысяч, 8 тысяч, вы все молодцы, правильно. Мечтать так мечтать, загадывать так загадывать, тем более, что все это абсолютно реально. Хорошо, друзья, ну что ж, давайте тогда, а то времечко и бежит. Давайте первое, с чего мы начнем, дорогие новички, это знакомство с нашим кабинетом. Я сейчас открою вам свой кабинет, и мы буквально очень быстро пробежимся по кабинету, потому что это наш главный помощник, да, это, где мы можем вести бизнеса, то, что у нас нет необходимости открывать офисы, нанимать персонал, платить деньги дизайнерам, маркетологам, бухгалтерам, юристам и так далее. Нам сделано. У нас есть все инструменты для того, чтобы вести бизнес через интернет. Так, меня слышно, а то у меня подвисает время от времени компьютер, и вот слышно, да? Слышно, слышно. Ага, да, я слышу. Ну что, а слышу. Команда, вы слышите? Поставьте плюсики. Кто слышит? Леночка, отлично, все пишут. Что я не могу переключить? Ага. Ну, сжается... Мой, слушайте, мне видно? Так, грузится, да, но чуть-чуть тормозит компьютер. Значит, друзья, вот такой вот кабинет есть у вас у каждого. Это наш так называемый бэк-офис. И как я уже сказала, это дает нам возможность вести бизнес из любой точки мира. То ли вы находитесь дома, на даче, либо можете уехать на какие-то экзотические острова, это преимущество нашего бизнеса. Кроме того, вы можете закачать приложение в
планшет или в телефон и точно так же пользоваться кабинетом у себя в удобном месте. И первое, с чего мы начинаем, дорогие друзья, закачиваем свою фотографию. У кого еще нет. На фотографии должно быть хорошо видно ваше лицо. Значит, не обязательно это должно быть какой-то деловой вид, да, или там наоборот такой, знаете, в бикини где-то на пляже. Конечно, не надо таких фотографий. Вы должны позиционировать себя и развивать свой личный бренд, свое положение в обществе и свое положение в команде. Поэтому загрузите фотографию, где хорошо видно ваше лицо, потому что, когда вы будете давать реферальную ссылку, эта фотография будет на форме для заполнения данных. Это первое. Второе. С чего мы начинаем? Второе, что мы делаем? Мы заказываем карточку и делаем реферальную ссылку. Вот давайте по порядку. Напишите, кто, у кого еще нет реферальной ссылки. Ну, думаю, у всех есть, наверное. Ну, на всякий случай покажу вам, где делается реферальная ссылка. Это наш раздел «Ресурсы». Мы переходим в этот раздел. И в раздел вот «Реферальная ссылка». Открываем его. И подбираем свою уникальную ссылку. Ну, я когда-то сильно не заморачивалась, сделала просто свое имя. Вот, а потом уже, когда начала ее раздавать, было поздно ее уже менять, ну, уже так и оставила. Вам же советую, опять же, сделать какую-то красивую, легко запоминающуюся ссылку и такую, которая будет приятна вам и будет... как бы ассоциировать вас с этим бизнесом, с этим отдыхом. Ну, знаю, что Максим сделал уже, и мне очень понравилось, так как он назвал себя, эту ссылку свою. Поэтому, кто еще не сделал, пожалуйста, сделайте, и можете даже с нами поделиться в командном чате. Давайте разберем, для чего эти ссылки. Значит, первая ссылка общая, да, она, видите, без расширения, она заканчивается просто com. Это ссылка, которую мы, если мы по ней перейдем, то открывается приветственное видео Майкла, где он рассказывает о компании Incruises, и такой ролик минут на 20 о нашей компании, да. И по окончании этого ролика выходит форма для регистрации. А вторая ссылка, она с расширением Synap, то есть это сразу, если вы даете эту ссылку, то это сразу регистрационная форма. Допустим, если вы уже согласовали с человеком, он готов подключаться, вы ему сразу можете высылать эту ссылку, либо если вы сами будете регистрировать, то переходите сразу на Synap. Третья ссылка. Это membership, соответственно, это для тех, кто хочет только путешествовать, для членов клуба. Те, которые тоже Майкл рассказывает о том, какие преимущества членства в клубе. И, кстати, я всем вам советую просмотреть все эти видео и даже сделать себе, повыписывать, сделать какой-то конспект и повыписывать все-все преимущества. Отдельно для членов клуба и отдельно для партнеров клуба. Да? Вот следующая ссылка – это уже для партнеров, то есть те, которые хотят зарабатывать и строить бизнес. Выпишите эти преимущества для того, чтобы вам потом легче было презентовать их тем, кому вы будете рассказывать о клубе. Дальше ссылочка с расширением MLM. Понятно, это для тех, кто в сетевой компании уже имеет опыт. И здесь именно видео, а для сетевиков. Дальше, следующая ссылка с расширением BIS, ну, соответственно, о бизнесе. Ссылка с расширением Mission – это о миссии клуба. Кстати, тоже будет вам полезно посмотреть, какую миссию предлагает клуб. Это, я думаю, тоже полезно. И последнее – About, ну, соответственно, в общем, подведение всего вышесказанного, да, то есть о клубе, о преимуществах и о компании в целом, о том, какая миссия и о том, чем занимается вообще клуб. Посмотрите, пожалуйста, это. Можете составить такой короткий текст промоушен
и куда вы будете вставлять эту ссылку и давать ее своим потенциальным партнерам или членам. Поэтому нет вопросов. Я, к сожалению, не вижу сейчас чат, но если есть вопросы, пишите, мне тогда Светочка или Марина озвучат. Дальше, в этом разделе у нас, в разделе «Ресурсы», у нас есть еще такой раздел «Обучение». Сюда обычно загружаются вебинары, которые проводит Майкл Хатчесон, языческого пространства Казбек. Они совместно проводят эти фотографии. Желательно, чтобы вы присутствовали на всех вебинарах Майкла, потому что обычно там идет тоже очень мощная прокачка. Майкл, если вы познакомитесь, я вам очень рекомендую ознакомиться, посмотреть, что это за человек. Это действительно неординарная личность, это коуч, один из лучших коучей мира. Вы знаете, Майкл в свое время готовил Тони Робинса и помогал Тони Робинсу выводить его компанию из долговой ямы. И сегодня Тони Робинс – это коуч номер один в мире. Его личный коучинг стоит $1 миллион, и запись на этот коучинг его за 1.5 года, за 18 месяцев. Так вот, к становлению этого человека причастен Майкл Хатчесон. Также Майкл – близкий друг Билла Клинтона, бывшего президента США. Он работал его в предвыборном штабе, помогал ему бороться за кресло президента. То есть вот такой человек. Майкл также издает свои книги, его бестселлеры продаются на Амазоне. А вообще Майкл – это стратег, это человек, который умеет строить долгосрочные перспективные стратегии развития разных бизнесов. Ну, вы просто более подробно сами почитайте о Майкле, но я советую вам бывать на его тренингах. Также раз в месяц Майкл по средам, первая среда месяца Майкл проводит для новичков, для тех, кто зашел в бизнес, он проводит личный коучинг вот для новичков. Пожалуйста, бывайте, слушайте, пропитывайтесь именно от общения с такими людьми, происходит становление и трансформация личности, да. И если вы посмотрите наших борд-директоров, и Ками Конопьянова, и Султана, и Диана, все говорят о том, что на них, вот как на личности, вот действительно повлиял Майкл, потому что это серьезная прокачка будет вас как не только бизнесменов и личности, ну, как полностью как гармоничная личность, скажем так, развитие гармоничной личности. Поэтому здесь у нас загружается, как я уже сказала, в этом разделе у нас все тренинги. Ну, вот вы видите на этой фотографии, если вы видите мой курсор, это Ольга Ратниченко, это человек, который привел бизнес на русскоязычное пространство и самый первый борд-директор в компании. В общем-то, в этом разделе, наверное, больше... А, нет, еще документы вам нужны. Это тоже очень важный раздел. Раздел «Документы». Сюда тоже обязательно заходите и смотрите, что здесь важно. Запишите себе, дорогие новички, вам нужно обязательно проработать план, как же он называется, политика по маркетинговой деятельности. Вы обязательно его найдите здесь и почитайте. В двух словах я вам скажу, что у нас запрещено использовать название «Incruises» в официальных своих страницах в Фейсбуке, ну, только в названиях, понимаете, да? Потому что это наша торговая марка, которая зарегистрирована за клубом, поэтому вы не имеете права ее использовать. Первое. Второе, что мы не показываем официально нигде цены и нашу круизную базу в общий доступ. Конечно, когда вы разговариваете с вашими потенциальными партнерами, вы можете это показывать, но выставлять в социальные сети этого не нужно. Это нарушение процедуры. Следующее. Мы не можем нигде говорить, что
у нас скидка 50%. Это будет некорректно, да, потому что все-таки у нас нету такой скидки, а у нас есть бонусная программа лояльности, которая, если там пересчитать, да, то оно там получается как 50%. Для того, чтобы мы не имели проблемы с турагентствами и вообще просто даже просто по отношению к нашим партнерам, членам клуба потенциальным, это будет некорректно звучать. Поэтому старайтесь таких формулировок избегать. В общем, почитайте это руководство, лишним оно не будет. Леночка, то есть да. Тут важно подчеркнуть, можно я скажу, да, что скидка не 50%, правильно, как ты говоришь, а до 50, да? То есть от 20 до 50% скидка. То есть правильно давать информацию людям, то есть не полцены и не 50%, это ни в коем случае, это так. То есть говорите от 20, то есть 15 дня уже подключения в компанию, вы можете забронировать любой круиз и имеете скидку уже от 20%. $100 внесли, 120 вы уже получаете. То есть 20% уже по программе лояльности. Угу. Да. И я еще хочу дополнить в том, что тоже, когда мы пишем посты в сетях, мы не озвучиваем и не прописываем, что круизы бесплатно. То есть мы все понимаем и между собой клиента можно... Сейчас можно писать круизы дешевле, бесплатно, фантастические цены, самые низкие, доступные. Бесплатно можно писать. Нельзя полцены, 50% это не... А бесплатно можно, это уже... Да, у нас даже в презентации, первый слайд презентации написано в круизы дешевле, в круизы бесплатно, зарабатывай на круизах. Да, вот самый первый слайд презентации. Просто когда дело человеку в том, подаете эту информацию, уже рассказывая, то есть вы говорите не просто бесплатно, вы говорите бесплатно на правах партнерства, при определенных условиях работы, то есть чтобы люди сразу понимали, потому что они сразу думают, бесплатный сыр в мышеловке, да? Ну, конечно, они не верят тогда, да, правильно да, надо носить. Подчеркивать, то есть за определенную работу вы получите бесплатно. Ну, опять человек, это же вы сами понимаете, это не так много на самом деле. Ну, это не 500, не 50. И я еще, знаете, всегда говорю, что вот в Америке такая программа давно есть. То есть 5 человек пригласи, вы 6 едете бесплатно. У нас этой программы еще пока нету, да? Ну, то есть, как вы, если бы она была, представьте, в турагентство, там очереди бы стояли бы в те турагентства. Но, слава богу, то есть это есть только у нас, в нашем клубе. Да, друзья, да, спасибо. Мы, конечно, все еще будем подробно с вами разбирать и индивидуально работать. Это все пока в общих чертах, чтобы вы понимали, но советую вам почитать документы. Вы можете их отсортировать, вот есть три раздела, по которым вы можете отсортировать. Это вот первый раздел, это по легальности. Если вы сюда нажмете, то у вас все документы по легальности можете посмотреть. Медиа – это все видео, которые загружены на сайте. А уже нажав на маркетинг, здесь уже есть все документы и есть фотографии, качественные, профессиональные, брендированные фотографии. Также есть флеера, есть баннеры. В общем, еще одно преимущество бизнеса, как я уже сказала, вам ничего не нужно самим делать. Все это уже есть, и вы это можете использовать и размещать в соцсетях. Вот, это то, что касается документов. В общем-то, в этом разделе больше, наверное, ничего такого важного. Ну, оно, в принципе, вы можете посмотреть по этому разделу еще самостоятельно. Захотите, сделайте визитки, как предлагается компании. Но все-таки мы все делаем визитки, так сказать, свои, да, на свое усмотрение. Ну, и скачать приложение. Следующее, что еще здесь важно? Ну, первый раздел «Круизная база», здесь, я думаю, вы уже все посмотрели. Здесь есть тоже несколько разделов. Глобальные круизы – это для членов клуба и партнеров клуба, то, где мы выбираем. Мои круизы – это, я даже не знаю, что это, я тут пару раз пыталась, значит, тут поскидывать круизы, но они почему-то сюда не сохраняются, не знаю. Стимул круизы – это для, уже для тех, кто выходит на ранги, и для них при выполнении определенных условий действует стимул программы
Паиза. Дальше. У меня к вам просьба зайти в базу глобальных круизов и выбрать и запланировать себе круиз на ближайший, ну, на этот год как минимум, да, и со своим непосредственным спонсором обговорить, какой вы круиз запланировали, какую вы выбрали круизную линию, какой круизный лайнер. Почитайте об этом лайнере, почитайте об этом, об этих городах, какие вы будете посещать. Представьте себя, как вы стоите на палубе этой, вашего круизного лайнера, ветер развивает ваши волосы, как вы, может быть, в вечернем платье или в красивом костюме стоите и фотографируетесь на палубе, на лестницах Сваровски, и как вы пьете коктейль где-нибудь в уютном баре, слушаете музыку, на утро где-то бежите на экскурсию, вечером прибегаете, погружаетесь в теплое джакузи, лежите, а вечером снова идете на вечеринку, зажигаете и получаете удовольствие. Обязательно я, это задание номер один, после того, вернее, это уже будет второе задание, первое сделать реферальную ссылку, второе выбрать для себя круиз. Договорились? Хорошо, друзья, я не слышу, не вижу вашего чата, потому что я нахожусь в кабинете. Следующий раздел, друзья, это Power Tools. Это, собственно, вот эта комната, в которой мы сегодня с вами вещаем, с которой мы с вами разговариваем и ведем презентацию. Эта комната на трех человек бесплатно. Если вы хотите уже, значит, на большее количество людей, то она уже оплачивается дополнительно. Но вам пока вполне хватит бесплатного варианта этой комнаты. Что оно дает? Вы можете на такую вот конференцию приглашать своих потенциальных партнеров, сделать ссылку и пригласить, отправить эту ссылку, и уже в режиме, там есть два режима, один режим презентация, второй режим обсуждения. Вы переключаете в режим обсуждения, и вот точно так же, как мы сегодня с вами общаемся, точно так же вы на троих можете общаться в этой комнате. Причем в комнате уже есть все загруженные материалы маркетинговые, есть презентация. Опять же, у нас очень красивая, профессионально сделанная презентация, которую вам не нужно переделывать, достаточно ее загрузить, она, вернее, она загружена уже, и вы можете ей пользоваться. Дальше. У нас есть интерактивная презентация, так называемый дупликатор. А, не здесь, она вот здесь. Тоже я вам просто не хочу очень много отнимать времени и загружать ваше внимание. Я просто вам рекомендую просто поиграться, посмотреть, что здесь работает и как оно работает. Оно на перспективу вам, может быть, пригодится, но сейчас самое главное, как я сказала, выбрать круиз, сделать реферальную ссылку. И третье, что мы делаем, мы делаем себе, заказываем себе карту, мы заходим в кошелек, да, здесь регистрируемся в Pioneer, в этом, ну да, заходите, регистрируйтесь в Pioneer. У нас есть несколько, видите, систем Pioneer, Hyperwallet, PayQuicker и ePayment. У нас в Украине работает Pioneer, и что еще у нас работает? PayQuicker, по-моему, да? В России Pioneer не работает. Поэтому, но для того, чтобы вы могли пользоваться кошельками, в любом случае сначала мы проходим регистрацию в Pioneer и заказываем карточку. Надеюсь, вы уже заказали, потому что получать свои денежки очень и очень приятно, да, скажем так. В разделе компенсация вы уже проверяете, когда уже будете зарабатывать денежки, значит, будете проверять свое безоплатное членство. Покажу, где это проверяется. Вот вы заходите в раздел «Резидуальный доход». У меня опять все завис. Так, так, так. А что такая... Леночка, мы тебя прекрасно и внимательно слушаем. Лена, подвисла связь?
Думаю, что у меня подвисло. Чего разговариваешь? Меня... Леночка, тебя прекрасно слышно. Мы тебя внимательно слушаем. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Слышно Лену? Так, девчонки, для лучшей связи я включу видео у тех, у кого есть. Хорошо? Так, Леночка, ты слышишь? Лена, скажи, ты сейчас слышишь? Так, сейчас. Друзья, подождите немножечко, полминутки. Сейчас Лена к нам вернется. Видно, немножко подвисла. А, Лена? Так, сейчас я ей дам трубочку еще раз. Секунду. Ну, запись у меня идет. Так, так, так. Лена. А меня слышно? Скажите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, плюсики. Меня слышно? Я смотрю, свету светличную выбила. А, так, меня слышно. Замечательно. Сейчас буквально, подождите уже. Сейчас восстановим связь. Так, Светочка, ты меня слышишь? Да, слышу. Слышишь? Да, так, ну ты уже на связи. Лену я не вижу. Сейчас, секунду. Маришка, кто-то есть? Я с Леной связалась, сейчас, сейчас она перезаходит, и у нее выбил интернет. Я бы, конечно, могла свой кабинет включить, но она же свой же там настроила. Если не подключится, то ну, я могу да, показать, конечно, это без проблем. Сейчас. Сейчас, подождите. Задавайте пока вопросы. Пишите пока в чате, пожалуйста, у кого есть какие вопросы, все ли все понятно. Может быть, по ходу есть что спросить, то, пожалуйста, пишите или можете взять трубочку сказать, задать. Так, сейчас я, Лена пока не присоединилась, сейчас я только она присоединяется, сразу даю ей микрофон. Девочки, мальчики, пишите, может, у кого есть действительно вопросы, задавайте. Света, тебе же видно чат сообщения? Да. Да? Угу. Да. Сейчас еще раз наберу Лену. Секунду.
Так, друзья, смотрите, ну, в общем, Лены пока немножко там проблемы со связью. Если она подключится, я пока вам включу тогда свой кабинет. Сейчас, секунду, покажу, открою общий экран. А вы мне поставьте пятерочки, если вам будет видно мой экран, хорошо? Хорошо. Сейчас, буквально подождите, сейчас загружу. Так. Да, видно, Маришка. Видно, да? Видно, окей, да. Сейчас видно. Ну, смотрите, меня слышно, да? И слышно меня, правильно? Да, слышно. Слышно. Да. Так, хорошо. Ну, вот смотрите, я сейчас вам покажу, что Линочка остановилась на карте Pioneer. Вот, то есть заказать ее необходимо обязательно, то есть вы поняли, зайдете в раздел «Платежи, кошелек», там нажимаете «Оформить» и следуете по тем пунктам, которые необходимо дозаполнить. Заполняем все там на английском языке, вот, и вам после того, как вы заполните форму, там данные паспорта, данные адреса, адрес там необходимо указать обязательно на тот адрес, на который вы хотите, чтобы вам пришла ваша карта. То есть если вы прописаны по одному адресу, живете по другому, то вы решаете, куда вы хотите, чтобы она пришла. А карта приходит быстро, то есть она международного образца в любую страну мира в течение 10 дней. То есть карту вы получите Pioneer очень мгновенно. Вот. Обналичивать вы сможете в любом банкомате, в любом терминале, тоже в любой точке мира. Это, в принципе, тоже все проверено уже нами. А, вот, так, у нас есть два кошелька. Вот видите вверху, вот справа вверху есть кошелек реальных долларов и кошелек круизных денег, которые мы используем только на путешествия. То есть деньги переводятся тоже мгновенно, когда я захожу в раздел «Кошелек», вот сюда вот, да, вот мой реальный денег, да, мне необходимо нажать и перевести, то есть одним движением вот сумму, которую мне необходимо вывести, я нажимаю, и мои деньги мгновенно уже переводятся на карточку. 10-15 минут максимум, друзья, и ваши деньги вы уже можете получать. То есть я делаю какую-то операцию через интернет или выхожу в банкомат, деньги мои уже на карте. Это то, что необходимо. Ну, карту заказать, в принципе, не столь важно сразу в первые дни. Я все-таки больше рекомендую изучить кабинет, заполнить его. Внизу обязательно вот здесь ознакомьтесь с соглашениями компании, да, вот, знакомьтесь с нашими, вот, лидерской командой обязательно, нажмите сюда, потому что вот эти ячеечки все очень важно поизучать. Здесь вы найдете очень много полезного, потому что вам необходимо быть, конечно, компетентными для ваших людей. Вы же знаете, что люди будут ориентироваться, конечно, на ваш профессионализм, да. Вот, здесь, то есть, можно вот регистрация, в каких штатах, в ассоциации Клиа, это тоже все тут есть. Вы можете и соглашение, и членство, партнерство, все можете тут изучить. Вот, финансовая защита, Trust My Travel тоже тут, да, есть. Вот, более подробно уже тоже можно зайти на сайт Trust My Travel, на сайт Клиа, видеть регистрационные номера, которые у нас есть, да, вот компания Trust My Travel, это вот этот регистрационный номер, который мы можем вбить и в поддержку написать, и в подтверждение убедиться, что действительно все платежи партнеров, они застрахованы, вот, несут полную гарантию, то есть и безопасности. Ну и первоначально вообще еще я всегда советую это пройти курсы, обучающие для того, чтобы вы были сертифицированными независимыми партнерами InCruise. Где они находятся? В раздел «Инфоцентр», да, здесь потом вот раздел «Курсы», вы сюда нажмете, здесь постоянно обновляются обучающие эти курсы для новичков, вот они, видите, даже я уже не новичок, но вот мне, опять вот они послали обновленную краткую презентацию, то есть мне нужно повторить курс, периодически их нужно перепроходить. Как только вы
пройдете курс, вам на почту, мы его, знаете, как, я хочу сказать, что когда вы нажимаете на любой курс, он идет в виде сначала подачи таких информационных роликов, вы их смотрите, вот, не буду дальше перепроходить, чтобы как бы не терять время, и в тестовой форме отвечаете. То есть, если вы правильно отвечаете, то вы проходите до конца. Если вы неправильно отвечаете, оно вас будет выбивать постоянно начало. Но когда вы пройдете весь курс обучения, то вам на почту придет сертификат о прохождении и то, что вы будете являться уже сертифицированным независимым партнером круизного клуба «Инкрузес». То есть это прежде всего важно, вот эти курсы обязательно вам перепройти. Вот, ну, конечно, так, сейчас я посмотрю, вернусь. Лена у нас вернулась или нет, секунду, потому что когда я... А, Леночка тут, да? Лена, я даю тебе трубочку и возможности, так, функцию презентера, секунду. Потому что я понимаю, что это и моя команда, но твоя прежде всего. И знаешь как, я немножко тебя подменила, заменила. Да, спасибо, Маришка. У меня что-то зависло, все пропало. Сейчас я закрою. Маришка, это наша команда, мировая. Это и Янушка тут Болгария, и Польша. Да, и ваши прежде всего. Тогда включай, может, что-то еще покажешь. Я уже больше не хочу в кабинет заходить, а то у меня зависает компьютер. В принципе, для новичков этого пока достаточно. Ну, вы сами можете уже кабинет освоить. Обязательно почитайте все, что находится в футере, то, что только что показывала Марина, это в самом низу, на вот этой оранжевой панели, там есть документы, и еще тоже очень много с нашей лидерской командой познакомиться и так далее. Отработать с кабинетом... звонки, Лена, отработайте с новичками звонки, как правильно звонить, как правильно... Звонки мы договорились, будем отрабатывать, наверное, может быть, в воскресенье. Маришенька, мы отрабатываем, да, и все выставляем, и в личку я рассылаю, как обычно, Лена, когда мы отрабатываем звонки и прорабатываем все вопросы и ответы. Сегодня, после... да, мы уже все объять необъятное не сможем, звонки, да, мы будем практику отрабатывать, думаю, в воскресенье, сейчас мы договоримся, когда... В воскресенье или в субботу, или в понедельник, кому как удобнее, сейчас напишем и договоримся. Что... Да, еще не было накладки, у нас же много таких мероприятий, обучение Дианы же иногда тоже там до 9 часов, да, Леночка проходит, и когда уже проходит до 9 часов? Да, смотрите, теперь у нас что еще? Вопросы я не вижу. Пишите вопросы, друзья. Может быть, кому-то какие-то вопросы, непонятно что-то. Да, пишите, чтобы это был диалог. Теперь запомните такое еще расписание. По понедельникам в 8 часов у нас Марина проводит презентацию. Для всех приглашаем по вот этой ссылке, по которой вы сейчас заходили, приглашаем на презентацию на Марину новичков. Во вторник в 19:30 проводит борт-директор Ольга Ротниченко. По средам проводит... Это в чат лучше, ну пускай записывает. Извини, Леночка. Да, по средам проводит борт-директор Диана Борщенко. По четвергам у нас коучинг с Дианой, поэтому презентации нет. По пятницам по требованию, если есть запрос, пятница, суббота, воскресенье, предупредить с утра, и мы на вечер готовим презентацию, если есть такая необходимость встретиться с вашими друзьями у нас в презентационной комнате. Так, следующее. Друзья, следующее, что вам обязательно нужно? Нужно разобрать маркетинг-план. Сейчас, конечно, мы его разбирать уже не будем. Вы можете, опять же, скачать руководство. Называется оно в кабинете «План компенсации». Тоже PDF-формат. Вы его можете скачать и проработать. Я себе запишу, может быть, его скачаю и вам разошлю. И вы его проработаете. Значит, что вам нужно запомнить? То, что у нас 10 видов вознаграждений. 5 из них – это круизными стимул-долларами. И 5 идут реальными долларами, которые мы получаем на карточку. И, соответственно, можем их обналичить, там, рассчитаться в супермаркете, в интернете и так далее. Вот как раз на этом слайде все бонусы. Мгновенные бонусы мы получаем за каждого приглашенного партнера, если это произошло в один месяц,
Вот, допустим, если вы вошли 10 числа, то ваш следующий месяц начинается тоже 10 числа, с 10 по 10. Так вот, в этот месяц, с 10 по 10, вы, допустим, приглашаете партнеров. За первого вы получаете $50, за второго 60, за третьего 70 и так аж до $150. Соответственно, пригласив 5 человек, вы зарабатываете $350. Пригласив 10 человек, вы зарабатываете почти $1000. Это мгновенный бонус. Резидуальный доход – это по $5 с каждого. Помните, да, по $5 с каждого, когда вы уже выходите на ранг маркетинг-директор. Лидерский бонус – 10% от товарооборота. Соответственно, первый лидерский бонус – это маркетинг-директор, 3000 товарооборота от 30 человек. И, соответственно, лидерский бонус – $300. В общем, все это вы проработаете и со своими спонсорами обговорите, понимаете ли вы условия получения пассивного дохода, резидуального, а также матчинг-бонуса. Матчинг-бонус – это чек с чека, то есть когда у вас уже появится первая линия, и вы будете ими заниматься, то это очень классный бонус, он раз в неделю мы его получаем. И тут опять то, что говорила Марина, рекомендуется строить ширину, потому что чаще будет срабатывать этот матчинг-бонус. Что это значит? Это значит, что как только ваша первая линия в неделю начинает подключать партнеров или членов клуба, и если вы в эту неделю тоже подключили хотя бы одного человека, неважно, партнера или члена, то вы получаете 100% ту же выплату, которая заработала ваша первая линия. Но нужно набрать 3 балла, всего 3 балла. Один балл, по одному баллу идет отдельно член, отдельно партнер, и 2 балла VIP-партнер, ну член-партнер. Понимаете, да? Поэтому такие условия начисления матчинг-бонуса. Я не буду сегодня больше по маркетинг-плану, вы его сами разберите. Я хотела вам еще сказать о быстром старте. Поскольку вы только зашли, у вас есть все возможности закрыть быстрый старт. И я бы хотела от вас услышать, готовы ли вы побороться за быстрый старт. Что это значит? Это значит, что в течение 90 дней вы закрываете ранг маркетинг-директора, да, то есть это 30 человек в команде. Что это вам дает? Помимо всего того, что вам положено по условиям компенсационного плана, у вас еще в течение 3 месяцев вы зарабатываете дополнительно $700 бонуса. То есть ваш лидерский бонус будет не $300, а $1000. И таким образом, если с учетом всех-всех бонусов и матчинг-бонус, то можно заработать до $5000 в течение 3 месяцев. Но за это нужно побороться. Что для этого нужно сделать? Для этого в первый месяц нужно привести, закрыть 5 человек. Это дает вам, во-первых, безоплатное членство. Второе, $350 вы зарабатываете по мгновенным бонусам. А дальше, в следующие месяца, вы развиваете свою пятерку уже приглашенную, помогаете им приглашать, и таким образом за 90 дней выйдете на ранг. Правильно я озвучила? Есть что добавить, уважаемые лидеры? Все правильно. Молодец. Все правильно, да? Кто готов побороться за быстрый старт из новичков? Напишите в чат. Я думаю, что мужчины нам могут дать фору. Да, Макс, вижу, спасибо. Хорошо, мне приятно, что есть амбиции, значит, будем двигаться. Александр, вы готовы за быстрый старт побороться? Друзья, напишите хотя бы, да, если вы не можете как бы сказать, то хотя бы пишите. Да, хотя бы напишите. Да. Следующий, друзья, с чего мы дальше, что мы дальше делаем? Дальше, друзья, вам нужно спланировать свои цели и просчитать свои цели, да. Ну, сейчас мы, конечно, уже, я думаю, этим не будем заниматься. Это, наверное, мы проработаем индивидуально, потому что
во-первых, это долго, а во-вторых, я понимаю, что не все готовы перед незнакомыми людьми открывать свою, так сказать, свои секреты и свои заветные цели. Но я вам настоятельно рекомендую, пропишите как можно больше своих хотелок, причем не, знаете, вот не задумываясь над тем, возможно это или невозможно, вот снимите шоры и просто себе пишите все, что вы хотите. В настоящем времени как будто бы это уже все произошло. Чем больше напишете, тем больше во Вселенную уйдет запросов. И потом из всего этого многообразия выберите 5 самых приоритетных для вас. И посчитайте, сколько нужно вам зарабатывать, чтобы это все воплотить в жизнь. Теперь, друзья, мы уже будем понемножку закругляться. Я еще хочу вам сказать. Так, задание для новичков. Составьте список контактов. Пока никому не надо ничего звонить, просто напишите список контактов, в котором будет минимум 50 человек, а лучше 100 человек. Значит, мы в воскресенье, наверное, проведем такую практику звонков. Вам не нужно будет даже звонить, потому что все первые звонки мы будем делать совместно. Вы будете только выводить на ваших вышестоящих спонсоров. Поэтому пока не думайте о том, как вы будете говорить, что нужно говорить и как. Просто пока вам задание написать список контактов. Еще один момент. Значит, по социальным сетям. У нас есть школа Марины Коваль. На ее канале вы можете найти эту школу, посмотреть, как оформить, как вести свои социальные сети, как себя позиционировать и так далее. Привести свои социальные сети нужно в порядок, потому что мы развиваем серьезный бизнес. И последнее, что я еще вам хотела сказать. Если, Марин, можно поставить слайд «Радугу» нашу? Последнюю. Да? Друзья, сейчас на Украине 2 борт-директора. Да? Это вообще ни о чем. Если мы серьезно настроены делать бизнес, недавно у нас, значит, кто-то посчитал о том, что если только 1% взрослого населения, взрослого только населения Украины станет нашими членами там, или партнерами, то у нас будет 40 борт-директоров. Это только 1%. Поэтому, друзья, рынок практически свободен. И при этом мы предлагаем действительно уникальный продукт, который на сегодняшний день никто больше не предлагает. Мы предлагаем лакшери отдых по скидкам, со скидками, по доступным ценам. Миссия нашего клуба, если вы почитаете, это о том, чтобы сделать этот отдых доступный для людей с разным уровнем достатка. И это действительно так. Поэтому, друзья, подписать 5 человек, конечно, самое трудное – это подписать 5 человек. Но дальше пойдет все гораздо проще, потому что у вас появится команда и будет уже с кем работать. И подумайте только о том, что сейчас даже нету 1% людей взрослого населения, которые члены нашего клуба. Да? А если мы подпишем хотя бы этот 1%, мы все будем просто очень сказочно богаты. Поэтому давайте действовать. Давайте мечтать и давайте действительно принимать конкретные шаги. Есть еще один такой у нас марафон сейчас проходит, он называется «Плюс один». Если вы будете приводить хотя бы по одному человеку в месяц, хотя бы, если не 5, вот как мы говорим по быстрому старту, но хотя бы одного человека, и в следующем месяце вы поможете этому человеку тоже привести одного человека, то через 10 месяцев вы выйдете на ранг «Интернациональный директор» с бонусом 10 тысяч долларов. Поэтому нужно действовать уже сейчас, быстро, и просто поставить себе, ну, как бы такую установку, что вы пришли в бизнес. И каждый бизнес требует определенных действий. Есть определенная система, по которой мы идем. И просто нужно действовать. Нужно не опускать руки при первых неудачах. Нужно наработать свою статистику и уже дальше двигаться вперед и быть в тесном контакте, конечно, со своим спонсором. В принципе, это все, что я хотела сказать. Сегодня немножко затянулось, уже 1,5 часа мы с вами разговариваем.
разговариваем. Еще очень много хотелось вам сказать, но мы с вами составляем список, а в воскресенье или там, когда мы там договоримся в чате, мы проведем школу по звонкам. Вам никому пока звонить ничего не нужно, никому ничего не рассказываем. Договорились? Пишем в чат фидбэк. Надеюсь, вам была полезна эта школа. И я еще хочу, чтобы Светлана и Марина еще как бы меня дополнили, если есть что, и сказали еще напутствие нашим новичкам. Спасибо большое, Леночка, за такую обширную информацию. Очень много досконально и правильно ты изложила. Всем понятно. И продефилировали по кабинету. Я думаю, тоже все поняли, где смотреть документы, где проходить курсы, где находится наша карточка Pioneer, как ее заказывать. Обучающая школа прошла на БИС. Благодарю, очень благодарю Мариночку Коваль, которая предоставила нам кабинет, и что она вместе с нами, что она продолжает участвовать в развитии нашей мировой команды. И благодарю новичков и желаю, конечно, успехов и быстрых действий. И еще самое главное, ребята, не оставляем один день без своих действий Винкрузес, то есть не пропускаем, мы должны быть находиться всегда в тонусе, и само собой разумеется, что еще какие-то основные занятия и семья обязательно. Каждый день делаем хотя бы по маленькому шагу, которые приведут вас обязательно к результату и к успеху. Потому что, опять же, повторяю, если мы выйдем из колеи, мы что-то пропустим, что-то упустим, кого-то упустим. Поэтому каждый день прописываем обязательно планы, ставим хотя бы цели. Ну, например, если мы не такие дальновидные цели можем поставить, но, например, вот запланировать, сколько за неделю мы можем обработать контактов, какие провести беседы, и хотя бы поставить себе такую малозначимую цель, не глобальную, такую, которая приведет вас, в конце концов, после того, как вы уже будете миллионером, заполучить в жизни то, что вы хотите. Ну вот, например, за месяц подключить минимум действительно один или два человека, и это уже будет ваша такая первоначальная цель, и вы обязательно к ней придете. Проходим курсы, пишем вопросы. Я благодарю за участие, благодарю тоже своих новичков Александра и Ирочку Дробных за то, что они принимают участие в командном чате, и мне очень приятно, что они пишут и прописывают, как они пошагово идут для своего развития, то есть что у них в планах. Это тоже уже очень хорошо, и я знаю ихнюю занятость. Так что, ребята, вам удачи, очень приятно было слышать Максима, Вероничка у нас перспективная, да, и все у нас перспективные. Леночка Хайдук, я очень благодарю, что ты вместе с нами, тоже ждут миллионные достатки, я в этом не сомневаюсь. Каждому я благодарю. Янушка, кого я тут еще не вижу, кто сегодня с нами участвовал, Валюша Головко, превосходно, она тоже ни одного дня не остается без действий каких-нибудь, и мы тоже постоянно с ней на связи. Благодарю всех своих лидеров, которые близко возле меня, которые являются моими основными помощниками, профессионалами великими. И вот именно с такой командой невозможно, как я говорю, не прийти к успеху. Всем большое спасибо и в добрый путь к нашим мечтам и к нашим великим целям. Спасибо большое. Спасибо, Светочка. Марина? Дорогие мои, я вас всех благодарю. Вы такие у меня умницы. Я так горжусь своей командой. Как я вижу, как растут уже партнеры и лидеры. Да? Каждая ступенька, конечно, мы вообще настолько саморазвиваемся и самоутверждаемся. Да? Вообще хочу сказать, что после того, как вы освоите дубликацию, вы научите ваших партнеров делать то же самое, и вы сможете запустить максимальную такую мощность в отношениях именно нашей круизной индустрии, построить мощный бизнес, неограниченный иметь доход. И действительно, я верю, что у вас все получится. Самое главное – это действовать, потому что время ценно. Надо, знаете, жить сегодняшней жизнью и, несмотря ни на что, не оглядываться, никого не слушать, а идти только вперед.
потому что я, например, не слушала друзей, никто меня, помню, из друзей не поддержал, окружение поменяло, и прежде всего, то есть берем, конечно, теплые контакты, но если вдруг что, то у нас есть масса просто людей, где взять и пригласить в нашу шикарную индустрию. Это самая перспективная такая и сейчас прибыльная ниша на сегодняшний день, поэтому нам есть чем гордиться и куда приглашать людей. И как говорится, да, Майкл, несем только добро, любовь, да, радость, и вдохновляем, заражаем такими прекрасными возможностями. Все, я вас всех целую, обнимаю, желаю вам удачи и чтобы вас все ваши мечты сбылись. Спасибо большое, Марина. Спасибо всем участникам. Мне очень приятно, что вы сегодня такой пятничный вечер провели вместе с нами. Друзья, желаю вам большой мировой команды, больших успехов. Желаю вам всем состояться в нашем красивом бизнесе, получать удовольствие. Знаете, мне понравилось, даже если у вас сейчас что-то, допустим, как-то будет тяжело идти, знаете, самое худшее, что может с вами произойти, вы поедете в круиз. Но я все-таки знаю, что вы все сделаете то, что наметили. Потому что если вы пришли сегодня уже на эту школу, мы звали всех, каждый сделал свой выбор, понимаете? Кто пришел, значит, тот хочет, значит, тот будет двигаться дальше. Поэтому я верю, что действительно все у вас получится. Я вам желаю огромных чеков, большой команды, удовольствия от бизнеса и всего самого-самого хорошего. Всем добра, счастья, процветания, всего хорошего. Значит, напишите в чат командный свой фидбэк и напишите, когда бы вы хотели школу по звонкам. Все, спасибо всем.